Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, крошка-крошка, гусь-сонек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. 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 Ребята, сегодня у нас очень классный мод, который скинул мне подписчик, называется Resident Evil 7, и будем смотреть, какой монстр и зомби с этой игры самый крутой. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас Клау Молдед. Очень классно появляется, и респект разработчику, кто его сделал, ну и респект подписчикам, кто мне скидывает очень классный мод. И не забываем подписываться и ставить лайкосик. Так, давайте посмотрим, как он атакует. Ого, у него щупальца длинное. Я так почитал, что у них очень много разных атак. Ого, у него щупальца удлиняется. Это очень круто смотрится. На тебе. За что ты меня? А ну можно в него вселиться? А, в него можно вселиться. Ну ладно, давайте будем все-таки смотреть, как работает настоящий NPC. Ладно, давайте мочим его. Посмотрим, сколько у них жизни. Нифига себе, с него кислота фигачит, смотрите. Есть. А он еще встанет? А ну стойте. Нет, он не встает. Хорошо, следующий у нас Fat Molded. Блин, ну появляются они очень имбово. Это классно, прям с земли вылазят. Ого. Кислотой захаркался. И слышь ты, рыгачки, ты что делаешь? Нифига себе, ребята, он все зарыгал тут. Ты чего? А давайте впритык подойдем, посмотрим, есть у него атака в близкую. Эй, атакуй. Получается, он только на расстоянии атакует? Ну да, сумасшедший какой-то. Захарькал всего. Да слышь ты, успокойся. О, мне написано, что я отравленный. Ладно, мочим его. Да слышь ты, хархачки! У него голова отпала, смотрите, нет башки. Ого! Вот это было эпично! Кстати, вот этого я не ждал, что он в конце просто разорвется кислотой. Так, поехали дальше. Третий у нас Джет Бакер. Чувак с какой-то газонокосилкой или что это у него в руках? А, это штука, чтобы землю спахивать, да, вроде бы? Но, а ну давайте посмотрим, как он будет бить. Он когда бьет, аж вокруг такая пыль появляется. Смотрите, на... О! Вот это эпик! Пронзил. На! А ну, насадит гусанька? Как это будет смотреться? А ну, меня. На! На! Во! Бедный охранник! Держись, мужик! Насадил. Нифига себе ж кровище влечет. Рукой схватил. Он еще и рукой хватает? Да. Гусонек, что он, наверное, тебя не хочет, потому что у тебя, наверное, скин маленький. Такое может быть? Слушай, на! Ай. Ну да, не хочет. Во, рукой ударил, а не схватил. Вот это неадекватно, ребята. Очень классный NPC. Так, ну вроде мы все атаки его посмотрели, мочим. Как для человека он очень крепкий. Вот летает, как бы настоящий Resident Evil. Ты чё, не умираешь? Ты, сука, в тебе надо пульс садить. О, все. А ну взорвется в конце или нет? Нет. Было бы классно, если были какие-то монстры еще с превращением. Джек Бакин Чиппер. Ого! Что это за ножниц? Так, давайте посмотрим, есть у него тоже какое-то добивание эпичное? А, это у него две бензопилы, что ли? Ну чё, как он... Не может, да, добивать? Блин, ну было бы классно, если была бы какая-то добивалочка. Сейчас посмотрим, может, будет какая-то? Да блин, ты неадекватный какой-то псих! Детализация на высшем уровне, ребята. Да все, все. Я отойти не могу от него, ребят. Представляете, он зажимает мне, и все, я не могу двигаться. Да. Ладно, мочим его. Вот это мы злые, пацаны. Классно, да, когда их дамажишь, они падают. О, у него оружие. А, у него как бы две штуки отдельно в руках. Я думал, они скрученные. Футболка аж блестит у него, как будто он с дождя пришел. Наваливай, наваливай. Все, нет. Офигеть. Да ладно, тут расчлененка есть? Что это за бред подавариться? Это вообще законно?
Да все, все, пол туловища его пошло, это вообще было классно. Так, Мия Винтерс. Ого, бензопилистка. Так, посмотрим, есть добиванечка у нее? Добиванечка. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и вам это нравится. И вы поставите обязательно лайкосик. Запилил. Есть, да. Есть добивалочка. Еще раз пилила. Ого, она машет, короче, даже люди, которые рядом стоят, она всех убивает. Я хочу со стороны посмотреть это добивание. Ну-ну, давай, давай, мы в тебя верим. Нет. Ну, гуся она что-то не может... А вот, а нет, это просто она как бы пилит. А ты что? А ну да, может сейчас тебя добьет? В голову прям, смотрите, пилой фигачит. Давай, давай, давай. На! Я думал, голова отпала у тебя. Было бы классно. Ну давай все-таки попробуем еще раз. Может, меня добьет? Нет. О, ой, схватило, я видел. Схватило. Смотри, что делает. Да ладно, блин, ребята, это вот просто обалденный. Я люблю такие моды. Блин, это круто. Может, мы еще даже не посмотрели все добивания от них? Может такое быть? А ты что напилит? Ладно, мочим я. А, все, у меня, кстати, жизни мало. Прикольно, они умирают. Мол, дед. Какой он стрёмный. На тебе. Просто дамаж, да? Никаких приколов нет у него. Ого, двумя руками сразу. Он пронзил тебя. Во, у него руки удлиняются. Наляща. Ладно, мочим его. Вот это мы наваливаем, ребята, очень жестко. Гусоник, у тебя реально какое-то очень мощное оружие. Ну, давайте посмотрим, как он будет умирать. А, я думал, еще, знаете, будет ползти, было бы классно. Так, молдед клавлер. Ну, ничего особенного, просто дамажит руками и все. По идее, он должен по стенам лазить. Я не знаю точно это. А давайте все залетим, посмотрим, лазит он по стенам или нет. Он дурак обходит, ладно. Мочим его, он скучный. Ой. Бывает. Все, все, все. Самый слабый NPC в этом сборнике, скажу честно. Ой. Так, Queen Molded. Вот это они стрёмные. Чё, орёт что-то? О, он схватил! А ну-ка, давай ещё меня. Кстати, этот мод весит всего 120 мегабайт. Как для такого количества памяти они круто сделаны. Обалденно. Ой. Ой, ты что? Ребята, он схватил гуся и кинул его. А ну меня кинь. А что ты меня убиваешь? О, смотрите. Ладно, мочите его. Посмотрим, сколько у него жизни. Кровавые поносы мы сделаем. Вот это мы его просто, да, стерли с лица земли. Да все, все, пацаны, успокойтесь. Так, пошли дальше. Swamp Jack. Опа. Что он делал? На тебе. Удар на тебе головой был? Да. На! Он такой бьет! На! И... На! Вот это он классный, ребята! Самые эпичные зомби, которые мы делали обзор. Бум! На! Еще, видите, как он прям на одной ноге подпрыгивает, чтобы ударить. Вот это удар, даже у меня жизни тратится. Ого, ж, земля расходится. О, гусь. Гусь. Ого, вот это удар ногой на все жизни. Ду. Вот это он лупит. Ого! Это что-то новенькое, ребята, начал выдавать.
прыжки в воздух. Так это рейслер бывший, пацаны. Ай. Но давайте его немножко поддамажим и посмотрим еще его удары. Можно разозлить его. Так, все, хватит. Хватит, чтобы его не убили. Посмотрим, разозлится он. О, блин, я хотел отойти, знаете, в последний момент. Типа уклониться. Он воздух бьет. А ну я тебе с ноги в живот дам за это. Да, кстати, повернулся в тему именно. Тяжело уклониться, когда он же выбирает цель, все. Бум! Двоих сразу угадал. Че, больше ногами не будет прыгать? Ого! Ой. По щам хорошо зарядил. На, ладно, мочим его. Поехали. Ого, откинулся так быстро. Ага. Так, давайте, чтобы друг друга не мочили мы. Вот это классно он делает прием. Ого, отлично, все убили. Да нифига, что это за бред? Вот это его откидывает. Ребята, пока мы все этого зомби больше всех жизней. Это типа как босс идет, может? Вот. Ого, он еще кислотой закидал в конце. Кислотный додик. А что, он не встанет уже? Нет. А все. Так, и последний крутецкий NPC. White Molded. Похож на чего-то батю. На. Так, давайте посмотрим его крутые атаки. Нифига себе звуки классные, когда он мочит нас. А ну, а спецатаки? Спецатаки? Ну, у него нет спецатаки. О! А что это с ним зашипел он? Это когда стрельнули в него всего один раз. А ну, давай еще. Он шипит от пуль? Саня, отойди. Ладно, мочим его. Вот это мы его растер. Круто встает, я думал, мы его замочили. Ха-ха-ха, прикольно падает. Ты чё, живучий, а ну пусть встанет, давай. На тебе за это. Эпический пак NPC. Все, готов. Так, и сейчас, ребята, мы будем бомбу сбрасывать на них. А что там за столом появился, смотрите. Он чизбургер съел. И рыгает после этого? Да. Да. Так, ребятушки, скидываю одну бомбу. Давайте посмотрим, что с этого получится. Отходим. 3, 2, 1. Ой, двоих. Даже я удивлен, что меня эта бомба убила. Я выжил, лол. А я тоже выжил. Я прям... Так, ну убила каких-то зомбаков, но не всех. Еще одна. Полетела. Надо подальше, ребята, отлететь. 3, 2, 1. Всех убил. Нет, еще есть живые. Нет. О, нет. А вот чувак за столом сидит. Но он может сидеть? А, вот ноги. Ноги ходят, полтуловища. Он живой. О, смотрите, пацаны, отойдите. Ой. Я хотел на стол ему прям бомбу положить. Так, и одну я скину. Все, отходите. Прикольно ржет. 3, 2, 1. Живой. А может он бессмертный быть? Ну мы же убивали их. Не, когда за столом типа сидит. Ого, меня откинуло. Если понравилась эта серия и этот пак NPC с игры Resident Evil 7, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Моя была очень.